Всем привет, добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет посвящено ароматам с нотой пачули. Я люблю ароматы с нотой пачули. Мне нравятся как моноароматы с пачули, также когда пачули находится в композиции, да, аромата. Как правило, пачули находится или в сердце, или в базе. Ну, как я уже сказала, есть моноароматы. Здесь у меня собраны представители, которые у меня есть в моей коллекции. Они все достаточно разные, и пачули я слышу в них по-разному, чувствую в них по-разному. Поэтому сейчас буду говорить и по ходу моего повествования говорить вам, как я чувствую эту ноту. Начнем, наверное, вот с этого аромата Midnight Poison от компании Dior. Легендарный аромат, к сожалению, уже снятый, много об этом писали и говорили везде, и на форумах, и везде. Ну, слушайте, ничего не поделаешь, красоту иногда тоже снимают. Midnight Poison, прекрасный представитель парфюмерного дома Christian Dior. Здесь я чувствую очень роскошные пачули, роскошные, элегантные, бархатистые. Знаете, вот если была бы вот такая пудра, пачулевая пудра, вот здесь вот я слышу такую пачулевую пудру, слегка, налет. Аромат очень, вы знаете, это аромат для меня шлейф, аромат прекрасная накидка, как бархатная, знаете, как звездная мантия какая-то, как звездная пыль, знаете, сказка «Звездная пыль», есть фильм еще такой, вот там упала звезда с неба, и вот она могла бы пахнуть этим ароматом. Пачули здесь элегантные, тонко звучащие, слегка пыльные, но пыльность здесь именно вот похожа на пудровость. Вот что-то такое я слышу в аромате Midnight Poison от Dior. Вот такие пачули номер один. Далее, совершенно другая история, совершенно другой дом, совершенно другая подача. Дом Лилаба, Иланг 49. Здесь, конечно же, красивейший Иланг. Но он дополнен очень-очень многими компонентными, среди которых пачули. Пачули здесь влажные. Знаете, бывает так пахнет земля после дождя. Вот здесь пачули именно влажные, именно землистые, такие, но тем не менее не без гнили, как бывает, знаете, вот если мы говорим о землистости в аромате, то бывает, присутствует нота немножко гнили, но она не противная, она не какая-то отталкивающая, смотря как все это завернуть. Здесь такого нет, здесь именно яркие цветы, яркие компоненты, яркие пачули. И да, эта землистость, она совершенно здесь другая. Бесподобный аромат, очень люблю его сейчас носить на жаркую погоду. Яркий, сочный, шлейфовый, такой вот прям сильный, красивый, очень красивый аромат. Далее, другой парфюмерный дом, Juliet Has a Gun. И у меня аромат Lady Vengeance, Lady Vengeance, Lady Месть. Вот здесь пачули, которые я обожаю. Это сочетание розы и пачули. Здесь пачули такие и роза. То есть это вот такой дуэт, одно без другого не существует. Маслянистые, жирные, густые, такие вот прям яркие. Красная, бордовая роза и вот такие вот прям бархатные зеленые листья пачули. Это здесь, в этом аромате, это самое великолепное сочетание для меня. Я люблю пачули с розой, и здесь это вот просто 100% попадание для меня в самое сердце. Еще один аромат у этого дома, Juliet Has a Gun, Mad Madame. Вот если вы любите пачули, попробуйте вот эти два аромата. Вот этот с розой и Mad Madame, это уже совершенно немножко другая история. Это шипр, такой вот яростный, немножечко такой ку-ку. Но, тем не менее, очень красивые там пачули, более шершавые, более такие насыщенные. Здесь, конечно, они спорят с розами, но, тем не менее, вот попробуйте два аромата этого дома, если любите ароматы с пачули. Вам должно понравиться, я надеюсь. Следующий парфюмерный дом Миколев. Вот такой аромат Mon Parfum. Для меня это изысканно. Это дорого, это пьяняще женственно, это очень сладостно, это и благородно.
Здесь пачулі сладкія. Сладкие, такие кремовые, такие вот, ну как дорогой-дорогой уход. И вот я сейчас их вдыхаю, знаете, они мне напоминают пачулі из аромата, тоже аромата легенды, Angel от Тири Мюглер. Вот что-то здесь есть общее, вот это же сладость, это же какая-то вот немножечко терпкость. Напишите, если вы как бы знакомы с этим ароматом, у вас возникала такая мысль или нет. Вот есть схожесть между им и ароматом Angel от Тири Мюглер. Бесподобно, и тот, и другой люблю. Так, дальше. Опять компания, парфюмерный дом Миколев. Вот такой аромат Jewel for Her. Драгоценность для нее. Это шипровый аромат, очень красивый, и здесь совершенно другие пачулі. Он вообще такой специевый, он очень колючий аромат, очень такой шершавый аромат, да. Здесь много специй, и вот если мы говорим о пачулі, я здесь очень их слышу. Вот представьте, да, листья пачулі, вы их режете вот так вот острыми-острыми ножницами. Вот они вот такие вот все острые. Он вот колючий, он шершавый, как наждачная бумага. Но, тем не менее, он сильный, он терпкий, он вот прям такой бурлящий, энергичный аромат. Великолепный представитель шипровых, великолепный представитель этого парфюмерного дома. Вот будет возможность, познакомьтесь. Так, дальше. Парфюмерный дом Шанель. Куда же без него? И классический. Классическая подача, классические пачулі от Шанель, это, конечно, аромат Коко, Коко Мадемуазел и Коко Нуар. Вот я сейчас вам покажу Коко Мадемуазел. Коко Мадемуазел у меня в концентрации Eau de Parfum. Пачулі от Шанель вы ни с чем не спутаете, так же, как и Альдегида от Шанель. Это, вот знаете, их фирменный стиль. У меня что-то этот стул скрипит. Это фирменный стиль Шанель, это их фирменная как бы подача. Это... Ну, это их вот изюминка этого парфюмерного дома, парфюмерных композиций. Это бархат, это роскошь, это дорого. Это вот, знаете, вот как дорогая кашемировая вещь, как такой вот роскошный кашемировый кардиган, да. Вот этот аромат для меня — это вот олицетворение вот чего-то такого уютного и неброского, но вы понимаете, что это элегантно, что это дорого, что это красиво. Аромат вне времени. Красивый. Жаль, что очень... Ну, как жаль? Очень избитый, очень популярный. Его можно встретить, ну, на каждой пятой девушке. Ну, вот здесь, например, в Сиднее. Но, тем не менее, он прекрасен. Он прекрасен. Коко Мадемуазел. Если мы говорим про Коко Интенс, не моя тема. Слишком сладко, слишком приторно. Кому-то нравится, кому-то нет. Я все-таки вот больше за классическую Мадемуазель. За пачулі из классической мадемуазель. Они для меня более такие носибельные, более бархатные, более тихие, что ли. Вот как-то так. И следующий представитель Шанель — это Коко Нуар. Это совсем другая история, хотя тоже они из одной серии. А в этом аромате больше характера, в нем больше какого-то драйва, в нем больше... Но он более странный, что ли, да? Больше вот изюминки какой-то, да? Те же пачулі, но они здесь более тяжелые, более густые, более такие, может быть, пыльные, более, ну вот как бы выдержанные, что ли, да? Да как дорогой коньяк. Вот Коко Мадемуазел, а Коко Нуар, это, вы знаете, если вот это, эти два предыдущих такие, молодая девушка потом... Дальше идет возраст, а это уже такая выдержка. Ну, может быть, я глупость, конечно, сморозила, но вот он мне пахнет как вот чем-то таким очень... Как взвешенное решение. Красивый. Очень красивый, благородный, фирменные шанелевские пачулі. Вот они пахнут... Сложно описать. Они пахнут бархатом, надушенным, вот, с шанелевской базой. Не знаю, вот как-то так.
я их чувствую. Если мы говорим про классическую коко, она тоже прекрасна, она вот прям, она золотце во флаконе. И вот это. Мадемуазель хорошая, но ношу редко. Ладно, следующий представитель — это Шик Шейх номер 30. Все время забываю, номер 30. Крайне редко ношу этот аромат, зря, кстати, он красивый. Здесь Восток. Это Восток, и тут пачули восточные. Но он такой нетривиальный Восток. Здесь фруктовое сочетание роза. Роза красивая здесь, я обожаю эту розу. И пачули. Вот пачули здесь сладкие, фруктовые. Такие вот прям притягательные. Такие, ну тут они вот прям сладкие. Очень сладкий аромат. Очень такой, ну не приторный, а в меру сладкий. Хороший. Знаете, как мед и кофе горький. Вот что-то такое в нем. Он на контрастах постоянно работает. Бесподобные. Почули здесь, да, такие контрастные. То сладкие, то такие вот прям горькие получаются. Хороший. Следующие представители, два представителя одного парфюмерного дома, моего самого-самого-самого любимого, Фредерик Маль, это Music for a While и Portrait of a Lady. Два аромата с пачули, и пачули звучат совершенно по-разному. Portrait of a Lady. Это, как я уже говорила, попадание в самое сердце, это роза, и это пачули, здесь еще специи. Вот расчленить этот аромат по каким-то вот нотам я не могу, потому что для меня это вот симфония ароматов, это все вместе, одно без другого просто не существует. Вот здесь я слышу, ну это прекрасная музыка, это музыка для моей души. Я его обожаю, это роза в специях, в пачули, великолепный шлейф, ну это моя любовь. Я не буду заострять на нем много внимания, вот если уж мы говорим ароматы с нотой пачули, вот здесь одни из самых красивых пачули и розы. Music for a While совсем другая история. Это вообще очень необычный для меня аромат. Здесь аромат содержит ноту лаванды, и у меня ароматов с нотой лаванды вообще не было до этого. Интересная у него композиция: лаванда, ананас и пачули. Еще, по-моему, что-то. Но я слышу здесь только пачули и лаванду. Аромат очень пыльный, аромат свежий, несмотря на его пыльность, и чистый. Вот аромат пахнет такой вот искрящейся чистотой для меня. Ну, такой вот, ну вот если бы вот чистая рубашка, например, белая, да, полежала бы где-то долго в каком-нибудь чулане в темном месте, она бы, мне кажется, приобрела такой немножечко, ну не затхлый, но вот какой-то такой припыленный дух. Вот что-то в этом есть. Я люблю этот аромат носить. Я носила его, кстати, очень редко, раза два вот от силы. С чем-то очень простым, с джинсами, там, с какой-то белой футболкой или с белой рубашечкой. Вот с чем-то простым, вообще не накрасится ничего. И вот он необыкновенно дополняет, когда ничего больше не нужно. Классный, очень классный представитель парфюмерного дома Фредерик Маль. Если не знакомы, познакомьтесь. Необычный аромат. И следующий аромат от компании Courage, Courage in Blue. Я этот аромат знаю с детства. У моей мамы был он в старой версии духи, в такой тоже вот такой голубой коробочке на бархатном постаменте. И когда я его заказывала, я думала, будет... Ну, хотя бы, ну не эта версия, ну вот без этого вот уродского шарика. Это современная версия. Не то, совсем не то. Если вы ищете именно Courage in Blue, ищите именно старую версию, вот этот квадрат, вот с такой крышкой, это да. Если вам будут предлагать это, не надо, не берите, это совсем другая история. Тоже заслуживает внимания. Почему я показываю ее в этом обзоре? Здесь пачули. Вообще в этом аромате очень большая композиция, там очень много-много ингредиентов, но вот я здесь слышу степь. Это, вы знаете, такая пыль, степь, поля, луговые цветы. И вот пачули здесь такие вот пыльные, такие высушенные на солнце, очень интересно звучащие. Знаете, у меня, конечно,
от этого аромата двоякое впечатление, потому что я знаю оригинал, я знаю, я помню, как он пахнет, у меня столько с ним, ну, ассоциаций, эмоций. И когда я вдыхаю вот это, конечно, меня немножко расстраивает, но, тем не менее, он неплохой. Он неплохой, и я не жалею, что у меня есть коллекции, и пачули здесь звучат очень неожиданно и интересно. Так, и заключительный аромат с пачули, он будет вот из такого Discovery сета от Лилаба, называется пачули 24. Вот здесь такие пробники, пачули 24. Крайне, крайне интересный аромат. Я не знаю, хотела бы я себе в коллекцию большой флакон или нет, потому что он странный, он странный. Когда вы только его наносите, пачули здесь звучат очень копчено. Вы знаете, если вы любите копченый чай, копченый сыр, копченую там колбасу. Вот аромат копченостей, это вот все-таки для меня больше для кухни, для еды. Когда это в парфюмерии, это немножко странно, и ты думаешь, ну, хочешь ты так пахнуть или не хочешь, но тем не менее. Вот этот аромат копченостей здесь есть, особенно на старте, минут 20-15 первых вы вот просто чувствуете себя копченым сырочком. Потом это проходит, и наступает бесподобная красота, бесподобно красивая база. Вот как раскрывается, это все шикарно. Но вот эти первые 15 минут, я не знаю, способна ли я буду их пережить, если вдруг у меня когда-нибудь окажется большой флакон, но аромат заслуживает внимания, он как искусство. Я уже говорила, да, что Лилаба, вообще много современных брендов, таких молодых, они как искусство, как арт. И если вы любите что-то такое необычное и модное, ну, не модное, ну, современное, что-то другое, то, конечно, стоит познакомиться. Хотя бы нанести на бумажку и понюхать. Ну, если вы достаточно brave, смелы, конечно, наносите на кожу, но предупреждаю, старт там странный. Но мне понравилось, это необычно. Пачули 24 от Лилаба. Это вот заключительный аромат, который я вам хотела показать. Дальше я вам расскажу о двух ароматах, которые у меня были когда-то, которые моноароматы именно с пачули. Первый аромат пачули, так и называется, от Миколев, от бренда Миколев. Он идет вот в их круглых фирменных таких флаконах. Великолепные пачули, великолепные, бархатистые, чистые. Такие вот, вот если вы реально любите моноаромат пачули, то вам сюда. Он вот завершенный, он классный, он без всяких выпирающих углов, должен понравиться. И следующий аромат с пачули, который у меня был когда-то, это Этро. Этро пачули. Здесь я бы уже поспорила. Когда-то он мне нравился, потом разонравился. Он очень пыльный на старте. Он именно вот из разряда пыльных пачули, от которых хочется чихать. И тоже нужно переждать этот момент, но переждать нужно минут 20. И вот эти 20 минут этой пыли, ну вот реально, знаете, вот прямо ощущаете эту пыльность, вот, когда даже вдыхаете его из флакона. Потом, конечно, да, он раскрывается, он становится таким более насыщенным, более гладким, более бархатным. Но, тем не менее, тоже. Вот два представителя моноароматов с пачули, которые у меня были, которые я бы вам рекомендовала понюхать. Понюхать и распробовать, и может быть, они вам тоже понравятся. Ну, Этро, я уже говорю, 50 на 50, как бы это на любителя. А вот у Миколев пачули восхитительные. На этом все. Я надеюсь, вам понравился мой обзор. Пишите, как вы относитесь к ноте пачули в ароматах. Какие у вас любимые, какие нелюбимые, нравятся, не нравятся. Мне всегда приятно вас читать. Все, пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао.